сплю, сплю, сплю. А оказывается, уже вставать пора, ребят. Но я что-то недопоняла. Время сегодня перевели. А я думаю, что это так поздно, оказывается. Это по старому-то времени еще рано. Доброе утро, ребятушки. Сейчас приготовлю себе кофеек. Такая жизнь, знаете, сказка о потерянном времени. Есть такая сказка, есть такой мультик. Вот и я в таком времени живу, что я себе кофе нагрузила. В 3 раза больше положенного. Так вот живу в сказке о потерянном времени. Я вообще, какой день недели, ничего не знаю. А кто знает? Никто не знает. Что-то говорит. Что-то она нам говорит. Что-то мое кофе вытекать сегодня не хочет. Ой, наверное, влажность повышенная. Будем пить, значит, маленькими порциями. А что? Не обязательно же большие. Доппио ристретто. Еще раз всем доброе утро. Короче, глянула на часы 8 часов. Думаю, вот это я дала, вот это я сплю. А потом туда-сюда, это ж 7 по-старому. Да, рано еще. В парк аж на час дня. Так что сейчас что-то дома поделаю. Завтрак, наверное, себе какой-то приготовлю. Даже не знаю. Все то с чувством, с толком, с расстановкой. И угадайте, что мне ночью снилось. Моя кухня. Ну никак мозги не отключатся. Господи, да ты уже себе бахни чем-то по башке. Снилась конкуренция с парком, что они стоят как бы на первом месте, а я на втором. И они в своих зеленых одежках продают такие же блюда, как продаю я. Представляете? Ну, боже, дурная спит, дурному снится. Вчера Эрика позвонила, мы с ней больше часа протрещали по телефону. Я говорю, господи, когда ты выйдешь на работу? Я говорю, уже с этими меню задолбалась я сама. А на носу жара, а на носу мороженое, ребята. Что мы будем с мороженым делать? Катастрофа. Катастрофа. Я вас все равно приспособлю и покажу вам это обслуживание. Как я там летаю, это надо видеть. Это... Рассказать это невозможно, понимаете? Когда вот этот весь народ прет, ты сидишь один как в бункере, а на тебя со всех сторон. Причем, если бы они хоть становились в очередь, они друг поперед друг. Ой, кошмар, ой, кошмар. Вот. Не будем о хорошем. Пошли на балкон, погодку покажу. Может, мне сегодня отменят выход в парк, может позвонить. Там мне уже Сарочка сообщение написала, ты во сколько выйдешь? Я говорю, на час дня. Она говорит, а когда я уйду? Я говорю, а ты что хотела? Ну, идемте. Вот, смотрите. Не фонтан, не фонтан. Не знаю, будет сегодня дождь, не будет. Могли бы меня в такое время и дома оставить. Там вообще сплошной туман. А птички-то поют, а шо им? А шо им птичкам? Ну так, не холодно, градусов 12 стопудово есть. Но сыро. Сыро. Я вчера все отопление себе повключала, чтобы от сырости немножко хату прогреть. И вот это я и расслабилась, получается. Давайте покажу вам удивительный предмет. А то еще и сама не открыла, и вам не показала. Поехала я к своей Алене.
Она говорит, ма, я тебе на день рождения подарок купила. Ну, хочу уже подарить. Я говорю, значит, не считается. Говорю, подаришь еще один подарок. Поэтому имею право открыть раньше. Короче, подарок для Фейса. Решил мой ребенок меня избавить от морщин. Говорит, такая штучка-дрючка, волшебная палочка. Вернее, волшебная каталочка. Не хотела разрывать коробку, сейчас мы ее так откроем. Очень, очень красивая упаковка, зачем же ее разрывать, да? Ну, я же, вы знаете, я же как всегда. Раз, два, туды-сюды. И упаковочка, и запаковочка. Ой, уже куча мусора. И для пальцев ямочка вытягивай. Выходи. Так. Какой-то такой гранитный камушек в груди. Короче, она говорит, наносишь на свой фейс крем. И тут два вот таких ролика, видите? Ролик один и ролик два. И катаешь. Говорит, можно катать и по векам. Можно катать и по щекам, и по всему. Говоришь, ходишь, катаешь, сидишь, катаешь, лежишь, катаешь. Можно ложить в холодильник. Оно, кстати, без крема тоже очень хорошо катается. Скользит, скользит. Еще за морщины не зацепляется. Ой-ой-ой-ой. Короче, наверное, надо брать зеркало перед собой, докатать эти вот свои морщины. Ну, говорит, восстанавливает коллаген. Вы это верите? Что в нашей жизни уже можно восстановить? Я не знаю. Короче, проще, наверное, только лечь под асфальтный каток, и тебя уже раскатают как положено, блин. Ни живота, ничего не будет. И морщины заодно уберут. Либо найти хорошего пластического хирурга, и он тебя так укатает. В первую очередь на деньги, потом на все остальное. Ну, в общем, знаете, такая приятная штучка, говорит Алена, ее можно ложить в холодильник, охлаждать. Естественно, она легко моется. Я так поняла, вот эти вот штучки здесь медные, а может и не медные. В общем, надо в интернете почитать, что она делает. Это с ней упаковочка, Алена. Вы же понимаете. Запечатала красиво. А может, это так оно и пришло. Я не знаю, где она покупала. Я говорю, сколько денег стоит? Она говорит, тебе какая разница? Я говорю, а действительно? А действительно, мне какая разница? Бери, катай. Лежи, катай. Сиди, катай. Короче, надо ложить на тумбочку прикроватную, потому что я ж тут катай, а тут забывай. И вечером, знаете, довольно-таки приятная процедура, потому что что-то такое скользкое, как такая каменная улиточка по тебе типа ползает. Ну, так что будем катать, ребят, будем катать усердно. Хорошо, что не поломала коробочку, помою коробочку, сложу, укатаю и результат вам потом расскажу. Хотела ж прочитать, как оно называется. Как оно называется? Revolution. Ну, революция, понятно. Революция. Не знаю, как оно. А тут еще что-то на. После революции еще что-то написано. Так. Фачал ролик. Ну, ролик для фейса. Больше ничего. Тут уже мелкими буквами я, к сожалению, не бачу. Наверное, США. Наверное, Америка. Что-то американское свое придумала. Так что, ребята, готовьтесь, будем катать. Губы, зубы, все подряд. Ноздри. Все, что катается, будем катать. А, вчера я до нее забежала.
Ну, во-первых, узнать, где мы будем Пасху отмечать, где мы что будем делать. Если я не работаю, если меня не поставят рабочий режим, то поеду на Пасху или у бабушки, или там, где мы обычно отмечаем. Ну, в общем, всей семьей, как всегда, поэтому вчера Кристиана и не сняла, я даже телефон в машине оставила. Что, Танюша, будут вам детки, будут вам котлетки. Вот. Так у Алены лежали, сейчас их косметическая фирма выпускает, знаете, как вот это на ножки, носочки, которые там, с какой оно кислотой, с молочной кислотой, что ли, которая убирает все вот эти вот натоптыши, наростыши и все. И сейчас они для рук такую штучку придумали. Какие-то перчатки, которые тебя сглаживают кожу. Я говорю, ну пора уже, на морду там, говорю, ничего не одевается, чтобы так только раз, все всплыло, и ты раз, и как на свет народился. Ну, такого, наверное, нету, ребята, так что. Хорошо. Нам наша старость к лицу. Алена говорит, ты что, говорит, перья сделала себе? Я говорю, блин, я тебе уже 3 месяца назад это показывала. Каждый день меня видишь, только, говорю, заметил. Так что хорошеем, дети нашего этого не замечают. Мы взрослеем, они тоже. Вот такая жизнь у нас. Так, собираюсь я, ребята, сейчас что-то покушаю, это буду в парк ехать.